Парламент Туниса утвердил состав правительства единства во главе с Юсуфом Шахидом. Ранее он занимал пост министра иностранных дел. Вотум доверия новому правительству поддержали 167 парламентариев из 217, 22 высказались против. В своем выступлении в парламенте Юсуф Шахид предупредил, что его правительство нацелено на принятие жестких мер экономии. Наше положение в 2017 году, если мы ничего не изменим в наших действиях, будет гораздо более сложным. Будет еще хуже, мы будем вынуждены проводить политику жесткой экономии. Что это значит? Это значит, что государство будет вынуждено сократить расходы на здравоохранение. Оно будет вынуждено уволить тысячи работников государственного сектора. Одним из главных источников дохода Туниса остается туризм, однако после терактов в курортном Сусе в июне прошлого года, жертвами которого стали 39 иностранцев, количество туристов, приезжающих в страну, резко упало. Кризис переживает и другой ведущий сектор национальной экономики – добыча фосфатов. Новый премьер рассчитывает, что жесткие меры благотворно скажутся на экономике Туниса.